Господа, новые истинные христиане Господу представят им благословением воспитания материнским, требующим Твоей помощи в совершении христианского брака. Посли благословенного от Господа спутника жития их, да попечением Твоим Христу Богу принесу служение малой церкви своей семейной. Наипаче же подавай мир, тишину и нецемерную любовь, да будем истинны ученики Христовы, предавшимся недугам пьянства и наркомании, и не имущим силы Духа, оставить все душегубительное беззаконие, подай силу Духа и пресвящение ума, яко же явилось и человеку от пьянства с мероприятий имущим, и благословением Твоим исцелившемуся от недуга сего, одиноким и беспомощным, не спасли Твоими молитвами недримо от Господа утешение, познание истины в мире Христовой. Пятый, который наш святые ангелы невинно соблюдают мы. Прощение неимущих страждущих прими, и подаем своим молитвам нежданное попечение, когда